Важным элементом для любого туристического региона является еще и наличие памятников архитектуры. Казалось бы, Тверской области в этом плане повезло. Их у нас достаточно много, тысячи. Проблема в том, что большинство находится в плачевном состоянии. Более того, нередко даже долгожданный ремонт приносит только новые проблемы. Как, например, в случае с одним из домов на Семеновской улице, столице Верхневолжья. Так называемый дом Назаровых на углу Семеновской улицы и Свободного переулка – один из ценнейших элементов в застройке Твери. Ведь он возведен еще в конце 80-х годов 18 века. Таких построек и в столицах не так много. Однако с хозяевами этому памятнику архитектуры регионального значения явно не везет. Вот и теперь вроде бы начался ремонт, однако ревнители городской старины явно не в восторге. Налицо игнорирование законодательства. Собственник объекта культурного наследия регионального значения решил, значит, все эти процедуры проигнорировать и самостоятельно, самовольно вести неутвержденные работы у себя на объекте, то есть незаконные. Сейчас он, значит, искажает облик, увеличивая окна на первом этаже. Два года назад фасад этого здания уже подвергался ремонту. Правда, ремонт напоминал больше снос, потому что, например, здание лишилось так называемых лопаток. Это такой вертикальный узкий архитектурный элемент. Как видите, сейчас нет, просто стесали полностью. А кроме того, тогда же здесь появился еще вот этот межэтажный карниз. Он вроде бы под старину, профилированный, но самая беда в том, что он пластиковый. Тогда собственник отделался штрафом в символические 15 тысяч рублей. Хотя по закону ему могли впаять и все 3 миллиона. Что будет на сей раз, зависит от результатов работы прокуратуры, куда мы обратились за разъяснениями. К чести этого ведомства, реакция была практически молниеносной. Как нам рассказала прокурор Центрального района Мария Гагарина, она написала запрос в Главное управление по охране объектов культурного наследия Тверской области. А сама тут же, в соответствии с фамилией, как на ракете, примчалась на Семеновскую улицу, чтобы лично взглянуть на состояние дел. Прокуратура Центрального района города Твери организована проверка по размещенной в сети интернет-информации о несанкционированных работах, проводимых в доме номер 2 по улице Семеновская в городе Твери. И в случае установления факта проведения несанкционированных ремонтных работ, несанкционированных строительно-монтажных работ или иных нарушений закона, будут приняты меры прокурорского реагирования. Мария Гагарина отметила, что обязательно проинформирует наш телеканал о результатах проверки этого ремонта, который, по словам рабочих, предотвратит разрушение здания. Однако, если бы владелец действительно хотел сохранить памятник архитектуры, то работы бы включали в себя избивание нынешней штукатурки, чтобы восстановить те самые утраченные лопатки, а также изначальный межэтажный карниз, скрытый нынешним пластиковым новоделом.